Тренинг мотоцикл. Тут испытывается армейский мотоцикл. Да. Е торможение. Ку козление. Вот видишь, он показывает ку. Я долгое время это не знал. На одном колесе можно гонять. Е можно резко тормозить заносами. Стрелять можно только со второго места. Жалко, что назад нельзя поворачиваться. Но так достаточно круто все равно. Единственное, что, конечно, я огнемет сейчас возьму. Так, вот нас привез вертолет. Йотабер какой-то. О, вайпер. Так, не знаю, что это для скрина взять. Ну, можно как-нибудь даже так. Скрин такой вот неплохой. Питбулю надо садиться. Так, а вот сама карта. Тут, как видишь, потом мы туда и вернемся. Вот немного будет скуплено. Да, тут несколько пунктов. Ничего не отмечено. Много вражеской всякой техники. Так, итак, атакуйте на мотоцикле. Тут надо сесть на байк, потом зачистить вражескую территорию, уничтожить командный пункт, на байке достичь точки. Вот такая задача. Но прежде чем это делать, конечно, что сделаем? Конечно, возьмем то, что нам надо взять. Дерьмом никак на эту карту не стоит выходить. Ну, тут никакая, наверное, снайперская винтовка не нужна, наверное. МП-5, что ли, взять. Да возьмем еще, конечно, огнемет. Вот он. Там танк вот в одном месте будет. Ну что, рискуем? Конечно, видок прикольный, что же говорить. Так, вдвоем, да-да, прикольно. Тут жалко, что назад невозможно. Круто. Ну что, давайте, ребята. Да, давайте. Все, поехали. Видишь, углы ограничены. Примерно на 45 градусов можно повернуть. Что, погнали? Надо будет долбаться из огнемета. Уничтожьте вражескую позицию. Так, огнеметом их поджарим. Ну, тут тупо просто едешь и едешь, здесь нельзя. Огнемет хорошо их жарит. Ну, хорошо, как классно, классно. Это даже взрывается там. Плохо, что... Конечно. О, кто кого... Тут не успеть многое, конечно, сделать. Два танка, что ли? Блин. Все, сейчас подъезжаем уже к блокпосту. Ну да, зачищено. Командный пост. Так. Вот он, показан вход лампочкой. Уничтожьте, ликвидируйте вражеский командный пост. Все, побежал, вот сейчас я вокруг. Все, пост нейтрализован. Тут даже и бить-то ничего не надо. Ну ты сука! Вон он, питбуля. Сука ты такая. Так, ну тут можно боеприпасы. Не, вернее, боеприпасов не возьмешь. Можно вот эти. Аптечку взять. Так, ну где-то сволочь. Я снял там пулеметчика.
Танк, так, так, так. Типа, садитесь на байки, достигните точки эвакуации. У пидораска на танке поперла. Не знаю, сможете теперь его сжечь. Ну попробуем сейчас. Ну-ка давай-ка вне обстрела. Вот он, вот он. Я же огнемет, так давай попробуем. Все, теперь ему как кирдык сейчас. Все, ждем просто, да и все. Все, ему ничего не делать. Сука, там еще один танк подъехал. Сейчас ты доиграешься, надо было сразу же свалить. Все, и этот готов. Два танка спалил. Вот видишь, что значит огнемет, какая полезнейшая штука. Ну теперь мне придется на мотоцикле самому гнать. Там ничего не делаешь. Тупо сидим, ждем. Сейчас, секунду. Сейчас он взорвется. Долго, сука, горит. Ну что ты там думаешь-то? Сгораешь ты, нет? Дымит лишь подолгу. Ну давай, давай, гори. Классно, классно. Классно. Так, вот наши чуваки там сидят. Так, теперь надо садиться в мотоцикл. Так. Погнали, теперь надо гнать. Да блин, давай, догоняй, чё возьми. Указания небольшие. Ну особо тут не надо рисковать. Надо гнать за ними. Блин, ну что ты делаешь? Давай. Тут чертова такая вот трасса. Все, догнали. Блин, что делают? Просто капец какой-то. Такой шукер творится. Просто офигеть. Ну давай за ними. Ну блин, гады, что творят? Ой, блин, ребята, дорогие. Ну все, это конец. Все, все-таки можно доехать. Так, все та же самая задача. Все, и прямо в вертолет. Все, конец. Вот, все, конец. Такая красивая карта, честно говоря, хоть и учил. Мотокарта чистая. Джон убирает. То есть, выполняет 4-4 задачи. Еще раз 27 из 107 вражеских объектов. По нулям. Друзей, бережных жителей. Вот такая... Вначале вещь седоком, разгонялась, потом водителем. Благодаря огнемету можно было спалить танки. Блин, скоро было, может, вообще всю карту зачистить. Ну зачем?